кайфанул нормально. Камера, и у вас будут большие проблемы. У вас будут проблемы. Но люди будут видеть вот эту схему штормового боя, а терпевший будет он, и он на вас сделает заявление. То есть вот, вот этот удар, 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 удар. Будет второй подход. Это интеллектуальная система боя, основанная на переключении внимания. Дистанция вытянутой руки. Вот она дистанция. Дистанция. Никого никогда не подпускаем на дистанцию ближе вытянутой руки. Раз, два. Кроссовками по ноге. Сбой программы. Да. Нога, смотрите, я вытянул ногу. Оп. И сразу же я перешел. Раз, два. Любимая точка опоры. Техники психофизического интеллектуального воздействия основаны на переключении внимания. Заново. Оп! Сбой программы. Ну, конечно. Да. О, вообще улетел просто. Под кратчайший. Вот эта вся работа идет в контакте. Мой авторский тренинг «Развитие энергии» направлен на расширение сознания путем привлечения скрытых ресурсов подсознания, которые призваны активизировать внутреннюю энергию, развить интуицию и интеллект, ускорить мысленные процессы в экстремальных ситуациях, при полном внутреннем самоконтроле добиться успешных результатов в спорте, бизнесе и личной жизни. Если вы хотите открыть тайны мироздания, узнать, как устроена энергетическая система человека, научиться практическим навыкам работы с миром космической энергии, а также развивать в себе творческий потенциал, значит, вы нашли то, что искали. В уникальном тренинге по практической биоэнергетике участники узнают, как управлять жизненной энергией, этим источником здоровья и внутренней гармонии. А вот энергоинформационная структура воды, волны. Как работать, чувствовать сенсорные ощущения тела и энергию внутри и снаружи. Практики набора и перераспределения энергии по телу. Как снимать энергетические блоки, чувствовать энергию других людей и получать энергию на местах силы природы. Работа со стихией природы, со стихией воды. Первый элемент – энергия волны. Будь как вода. Почувствуй все тело. Будь как вода. Пусти в ноги эту воду, да? Тело начинает двигаться, живое само. Все пять стихий в своем теле завязали. И вот эта гармония души с окружающим миром.